Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим картошку по-деревенски в домашних условиях. Для панировки нам понадобятся панировочные сухари, паприка, соль, зелень сушеная. Нарезаем дольками мы картошку, не тонко, не толсто, чтобы она успела пропечься, была не сырая и не пересохла. В общем, примерно вот такого размера она у меня получилась. В нарезанную картошку мы добавляем 4 столовые ложки оливкового масла. 4 столовые ложки оказалось многовато все-таки. Я рекомендую на такое количество картошки класть 2 или 3 столовые ложки масла. Готовую смесь мы добавляем в картошку, которую предварительно мы смазали маслом. На противень мы постелили пергаментную бумагу, бумагу для выпечки. Смазываем ее оливковым маслом, можно обычным подсолнечным, как вам удобно. И равномерно по противню размещаем эту картошку, раскладываем. Примерно вот так должно это все выглядеть. Духовку ставим на 40 минут, у меня на 4-ку. Это самый мощный режим у моей духовки. У меня отлично все пропеклось. Рекомендую этот рецепт, легко, быстро и вкусно. Всем приятного аппетита и до новых встреч!